Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Харе Кришна, меня слышно? Кто-то есть? Кто может отвечать? Харе Кришна, слышу. О, окей. Сейчас подсоединяться. Добрый вечер. Добрый вечер, мам. Харе Кришна. Будем ждать или начнем? Не знаю, можно начать, наверное? Да, Сергей, нет никого, ребята что-то сегодня неактивны. Ну. Алена в дороге, я знаю, она сказала, 23-го она будет в дороге. Ага. Ну, как есть, я думаю, мы начнем. Остальные да. Подберутся, да. Так. Что еще? Добрый вечер. Таня, вы у нас первый раз? Включите, пожалуйста, микрофон. Включите микрофон. Откуда вы? Где вы располагаетесь? Все, включила. Sorry, я просто с одного митинга на другой, извиняюсь. Я еще работаю, так я еще вот только заканчиваю. Я в Гленви живу. Гленвью? Окей. Найс. Сергей. Добрый вечер. Добрый вечер, Сережа. Так. Как дела у вас, ребята? Как? Кто может чем-то поделиться интересным? Что было за неделю? На какую тему вы хотите, чтобы мы делились? На какую хотите? Что вы чувствуете? Как вы прожили неделю? Как у вас было все хорошо? На позитиве. Праздники. Отлично. Я лично на позитиве каждый день, не только неделю. Спасибо. Алия. Сейчас микрофон подсоединится. Алия, добрый вечер. Вы у нас первый раз? Да, я первый раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немножко, откуда, где вы живете, как вы попали, кто вас привел? А, я живу в Торонто. Вообще я родом, мы родом из Казахстана. Вот. Сейчас.
Ну, вы знаете Нурию? Она, по-моему, из Калифорнии. Она из, по-моему, из... Флориды. Да, откуда-то, где очень тепло. Вот она как бы подсоединила меня в эту группу. А, окей. Окей. Вы знакомы с философией каким-то образом? Там, с Торсуновым, Гадецким, кем-то таким? Да-да-да, я смотрела вот Торсунова лекции. Ага. Хорошо. Вот мы с мужем будем смотреть. Ну, как бы. Окей. Хорошо? Хорошо. А, память мне если... А Таня, вы кто вас подсоединил? Я скажу. Алена ее зовут, по-моему. Алена, да-да-да. Да-да-да. Я как раз сейчас слушаю, вы сказали, Гадецкий, Торсунов. Я вот слушаю Гадецкого сейчас, вот у него тренинги. Как раз вы в тему. Виктория, вы у нас не первый раз, по-моему, да, или первый раз? Первый раз? Тогда микрофон, вы? Микрофон выключен. Микрофон у вас выключен. Включите микрофон. Здравствуйте, первый раз. Меня слышно, да? Слышно, слышно. Где вы находитесь? Да. В Чикаго. Чикаго, окей. Угу. Кто вас пригласил? Я тоже в Чикаго. А, вы тоже в Чикаго? Okay. Ну да. Ага. Ну, да, меня с Фейсбука женщина пригласила, я ее, в принципе, не знаю, она меня приглашает каждый раз. Вот, Алена? Ну, она да, угу, да. А, окей. Ну, и я любопытная, мне интересно, что происходит. Вот. Окей, Юля. К нами. Джугала. Джугала, ну, это мы знаем. Если она хочет что-то сказать, откуда она, где она находится? Джугала Прити. Я в Нью-Йорке. А, окей. Ну, я не спрашиваю, кто пригласил, потому что пригласил я. Я это, ну, я пока себя не показываю, потому что я после операции пару недель еще пока лежу тут, болею. Окей. Вот. Спасибо. Спасибо. Ну, хорошо. Значит, больше пока никого новых нет. Поэтому я как бы передам слово уже... Гуни Манджари. Да, спасибо. Я начну. Сегодня я веду программу. У нас каждый раз новые лекторы и новые, ну, то есть люди, которые в этой теме. Вот, мы будем говорить о ведической культуре, об истоках. Вот, и те, кто слушают психологов, которые мы перечислили, там, Гадецкий, Торсунов, Сунцов, много сейчас психологов, время требует вот такого знания, они все вот из этой ведической культуры, потому что ведическая культура, она представляет собой свод законов, такой как бы, ну, уголовный кодекс, ну, звучит так немножечко строго, но тем не менее уголовный кодекс нашей Вселенной. Вот, потому что, ну, законы, они определенным образом существуют, и слово «космос» с греческого переводится как «порядок», и понятно, что порядок сам по себе не наводится, что должно быть разумное начало в основе всего, вот, и разумное начало исходит от разума, и изначально это высший разум, изначально это верховная личность Бога. Вот, и его зовут Кришна в ведической литературе, и мы изучаем, вот на этих встречах мы изучаем книгу, которая называется «Бхагавадгита», и «Бхагавадгита» переводится как «Песня Бога», то есть непосредственно его слова, его ну, знания, наставления, которые он дал непосредственно своему другу, а впоследствии ученику Арджуне, может быть, вы слышали, знаете, Махабхарати, вот великая история земли, Бхарата так звали, так называлась земля, Маха это великая, вот это все происходило еще в предыдущие эпохи или юги,
Вот, ну, идея в том, что это знание, которое, оно универсально, знание духовное, но это не является религией, это универсальное знание о душе, о Боге, о судьбе, о такие, как это называются, вопросы в психологии, так как у нас люди ездят, интересующиеся, это вопросы экзистенциональные, экзистенциональные вопросы, то есть вопросы нашего существования. Вот, о смысле жизни, о том, кто мы, куда мы идем, что с нами происходит. Вот основные вопросы от слова «existence», вот, они находятся вот в этой книге «Бхагавад-гита». И это, скажем так, инструкция от создателя или инструкция от производителя вот, вот этого... Всем, чем мы пользуемся, всем тем, во что мы погружены, то есть инструкция к пользованию вот этим миром и нас здесь, то есть, ну, образно или, в общем-то говоря, всем, что нас окружает и все, что, в общем-то, может существовать, что мы знаем, чего мы не знаем, то есть, как говорится, всего. Вот. И что мы делаем на этих встречах? Мы читаем из источника. Как вы знаете, сейчас очень много информации из разных источников. И идея в том, что много, как говорится, фейковой информации. Сейчас это большая проблема, информация и ее переизбыток. Вот, и поэтому всегда лучше всего обращаться к оригиналам. И вот Бхагавад-гита, она является таким оригиналом, источником информации о вопросах, которые интересуют любого думающего человека, кто он, зачем он живет, что такое жизнь, что такое смерть, где искать счастье. Ну, в общем, опять же, вопросы экзистенциальные. Вот. И мы встречаемся довольно долго, мы уже, наверное, скоро будем год, как мы встречаемся, и мы изучаем эту книгу «Бхагавад-гиту», можете прочитать ее, она есть, ее можно заказать, ее можно в интернете прочитать. И мы изучаем третью главу, мы начали с самого начала, дошли до третьей главы, и сегодня мы ее будем читать и немножко будем размышлять на эту тему. Вот, и сейчас я зачитаю шлоку или стих, который у нас сегодня по расписанию. Вот, это третья глава, 11 стих, и это все знание, оно было записано на изначальном языке, который назывался санскрит, и его корни есть во всех языках мира. Вот это тот язык, из которого возникли все языки, это прародитель всех языков. И вот для того, чтобы, ну, то есть увидеть, что это знание подлинное, оно никогда не искажалось, то есть тут даются вот эти подлинные санскритские слова, строки, на котором это знание было записано. Я прочту этот стих, и дальше перевод, и комментарий, все будет дальше на русском языке. Я зачитаю сейчас санскрит. Итак, Бхагавад-гита, 3 глава, текст 11. Итак, текст. Диван бавая натина, натидева бавая натбхавая натувах, параспарам баван. Бхава янтах шриях парам авапсятхам. Итак, перевод. Довольные вашими жертвоприношениями, полубоги будут довольны и вами. И тогда, благодаря такому взаимодействию людей и полубогов, в мире воцарится благоденствие. Комментарий Ачхабхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. Полубоги – это наделенные особой властью правители материального мира. Это бесчисленные помощники Верховного Господа, пребывающие в различных частях его вселенского тела, обеспечивают его вселенского тела, обеспечивают
каждого воздухом, светом, водой и всем прочим, что необходимо для жизни. Довольны они или нет, зависит от того, совершают ли люди жертвоприношения. Некоторые из жертвоприношений специально предназначены для удовлетворения тех или иных полубогов. Но даже если совершение яги человек, но даже если совершая ягью, человек стремится удовлетворить полубогов, при этом он поклоняется Вишну, который первым наслаждается всеми подношениями. Но даже если совершая яги, человек стремится удовлетворить полубогов, при этом он поклоняется Вишну, который первым наслаждается всеми подношениями. В Бхагавадгите также сказано, что всеми жертвоприношениями наслаждается сам Кришна. Бхактарам ягья тапасам. Таким образом, главная цель любого жертвоприношения – удовлетворить ягья-пати. Когда люди совершают яги по всем правилам, полубоги, обеспечивающие живых существ всем необходимым, естественным образом удовлетворены, и в мире царит изобилие. Совершая яги, люди получают множество разных благ и в конечном счете освобождаются из материального плена. Благодаря яги человек очищает все свои действия. Веды гласят: «Тхара шутхау сатва шутхих, сатва шутхау трува смритих, смрити ламбхе сарва грандхинам випрамокшах». В процессе яги человек освещает свою пищу и, съев ее, очищается сам. Освященная пища одухотворяет тонкие ткани мозга, что побуждает человека начать поиски пути к освобождению. В конце концов, все приводит его к осознанию Кришны, которого так не хватает в современном мире. Так, вот такой текст у нас на сегодня. И комментарии, которые мы прослушали. Еще раз я прочту текст. «Довольны вашими жертвоприношениями, полубоги будут довольны и вами, и тогда благодаря такому взаимодействию людей и полубогов в мире воцарится благоденствие». Итак, здесь мы узнаем о том, что, ну, в принципе, мы давно уже узнали, но так или иначе мы еще раз эту тему раскроем, о том, что существуют полубоги. И это, как здесь уже объяснялось, и объяснялось еще раньше, это высшие живые существа, которые отвечают за все процессы, которые происходят в этом мире, в котором мы живем. Как мы уже говорили в своем предисловии, что космос переводится как порядок. И как мы все знаем, что порядок сам собой не наводится. Сам собой наводится беспорядок. А для того, чтобы был порядок, нужна разумная поддерживающая сила. И то же самое, как вот в нашей жизни мы поддерживаем нашу жизнь, мы поддерживаем порядок в доме, поддерживаем какие-то процессы, которые происходят в нашей жизни. То же самое, как есть эта теория про микрокосм и макрокосм. На таком же примере, с такой же аналогией, все происходит и в большом доме, и во Вселенной. Также есть высшие живые существа, которые поддерживают порядок вот в этом нашем большом доме, который называется Вселенная. И эти высшие живые существа, они немножко в другом теле, они более могущественны, и поэтому мы с нашими несовершенными чувствами восприятия, мы не можем их ощущать. Мы не можем, даже можем их ощущать, но мы не можем их осознавать. Ну, наподобие того, как муравей может ползти там по руке, по ноге, но он не понимает, что это человек, потому что в силу своего вот такого маленького диапазона восприятия.
То же самое, есть более могущественные живые существа, чем люди, сверх, ну как бы можно называть, сверхживые существа, и вот они осуществляют все процессы, которые здесь происходят в этом мире. И мы читали в комментарии, что это бесчисленные помощники Верховного Господа, пребывающие в различных частях его вселенского тела. И мы можем предположить, что у Верховного, Верховного Абсолюта или Верховной Личности Бога есть помощники, потому что даже более не менее такой небольшой начальник, он уже имеет каких-то своих подчиненных, каких-то своих, какой-то свой аппарат, который осуществляет что-то, какие-то функции. Что уж говорить о самом главном живом существе. У него бесчисленный есть аппарат, который осуществляет все различные функции. Но так же, как и подчиненные, они служат своему начальнику, они должны ему повиноваться, они должны выполнять его резолюции. То же самое происходит и здесь. То есть по образу и подобию здесь устроиться, то есть и вот эти высшие живые существа, они выполняют функцию, которым наделила их Верховная Личность Бога, то есть они осуществляют все процессы в этом мире, и мы можем видеть, что существует определенный порядок, существуют времена года, существуют циклы, вот, то есть и все вот эти циклы, они поддерживаются вот этими высшими живыми существами. И также существуют циклы, и в нашем теле существуют разные процессы, которые происходят в нашем теле. И это простой такой пример, что мы что-то поели, что-то проглотили, запили, и что там дальше с этим происходит, мы не знаем. Вот, но дальше происходят различные процессы усвоения пищи, там расщепление, химические разные реакции. И это все очень умно устроено, очень все мудро устроено. И понятно, что мы можем понять из того, о чем мы говорим, от этого слова «космос», что в основе всего лежит вот эта высшая разумная сила. И вот эта сила, она как раз и занимается тем, что вот эти все процессы в нашем теле, они происходят. И говорится, что существует 33 основных полубога, то есть вот эти высшие живые существа, которые отвечают за различные процессы в нашем теле, и в том числе за то, что вот мы говорим, то есть вот мы захотели, я захотела поднять руку, я подняла, то есть мы моргаем, мы дышим, там у нас происходит деление клеток, то есть это не то, что чем мы занимаемся вот так осознанно, это то, что вот эти высшие существа, они поддерживают в нашем теле вот все вот эти процессы, они такие операторы, вот. И чтобы это было, может быть, еще более понятно, сейчас очень популярна астрология, вот, и, влияние планет, сейчас очень много об этом говорится, вот, как на нас влияют планеты, и даже современные ученые об этом говорят, знают об этом, что даже в организме разные процессы, то есть, происходят, когда там полнолуние, когда новолуние, то есть, когда лучше делать операции, когда и хуже делать, потому что, когда там полная луна, то процессы, больше жидкости в организме и больше такого, то есть обменные процессы усиливаются, и те, кто живет у воды, может видеть приливы, отливы, когда полная луна – это прилив, там, когда луна убывающая – это отлив, то же самое происходит и в нашем теле. Вот, и это все осуществляют вот эти полубоги, или их также еще называют планеты, то есть те, кто знает, во всяком случае, слышал об астрологии, там как-то более не менее что-то.
Вот, то есть это все, ну, в общем-то, живые существа, все вот эти планеты, это личности, которые влияют на нас определенным образом, вот, и они влияют, ну, также и на жизненные процессы, и это также связано и с нашим характером, с нашей психикой. То есть это все очень-очень тонко переплетается, это знание кармы, вот, и недаром вот эта третья глава Бхагавад-гиты, она называется «Карма-йога», вот, то есть тут говорится о действиях, вот, карма переводится как действие с санскрита, вот, и каждое действие, оно рождает равное по силе ему противодействие, это закон Ньютона, и также закон кармы, и поэтому... Вот любые действия, которые мы производим, они обязательно приносят какую-то реакцию в будущем в форме каких-то событий. И это все зависит от того, какое действие мы производим. Но так или иначе, вот эти высшие живые существа, они, обладая более тонким, чем у нас, телом, и более, ну, более развитым, могущественным интеллектом, они обладают эфирным телом, они пронизывают собой... А все пространство, и мы как бы находимся в них, то есть они являются свидетелями всех наших поступков, наших мыслей, наших, ну, всего, чего мы, ну, эманируем из себя. И в зависимости от этого к нам приходят те или иные, ну, события, те или иные состояния. Даже сейчас очень известное такое в медицине, ну, вот такое понимание, как психосоматика, то есть это то, как, какие чувства приводят к различным, ну, заболеваниям. Вот. Это все непосредственно связано с влиянием вот этих высших сил, сверхчеловеческих сил, этих полубогов. Вот. И сейчас, ну, вот когда мы живем в мире такого, в общем-то, обилия информации, вот, и каждый человек, он что-то свое вещает, и существует вот такое, ну, как бы понятие, понимание, что вот, ну, по принципу у каждого своя правда, и очень-очень легко запутаться, что есть правда, потому что что для одного хорошо, для другого плохо, и как во всем этом разобраться, вот. Но для этого существует вот этот вселенский закон, который... В Бхагавад-гите он поведан самой Верховной Личностью Бога, то есть создателем всего, что, в чем мы находимся, и источником всего, и также и нашим источником. И поэтому этот вселенский закон также называется дхарма на санскрите, и поэтому, чтобы разобраться, что есть хорошо, что есть нехорошо, нужно очень хорошо понимать дхарму, и здесь вот... Кришна объясняет своему ученику Арджуне, что есть дхарма для души, высшая дхарма, то есть вот этот весь вселенский закон. И полубоги, они как раз те, кто поддерживают вот этот закон, эту дхарму. И так или иначе, то есть нужно, ну, внимательно читать, изучать Бхагавад-гиту для того, чтобы, ну, понять эту дхарму. Вот, ну, высшая дхарма – это служение души, живого существа высшей души, Верховной Личности Бога. Это высшая дхарма, санатана дхарма, высший закон. Но так или иначе, здесь речь идет о полубогах, и вот эти живые существа, они смотрят за тем, как... Это высшие живые существа, они смотрят за тем, как, ну, вот, более низшие живые существа, подчиненные, как они выполняют этот вселенский закон. И вот когда мы следуем этому закону, то мы получаем, гармонию, мы получаем изобилие, получаем, ну, в общем-то, вот то, к чему мы стремимся. Когда мы не следуем, когда мы нарушаем вот этот закон, то, естественно, мы получаем негативные результаты. Таким образом, как бы нас подстегивают, как в государстве, когда мы получаем штрафы и наказания, нас подстегивают к тому, чтобы мы следовали вот этому закону. Поэтому закон — это вещь, вселенский закон — это вещь абсолютная, он абсолютен для всех. Такого понятия, что у каждого своя правда, его, ну, то есть это относительное понятие.
А в абсолютном понятии его нету. То есть есть вселенский закон, и когда мы нарушаем его, то есть когда мы нарушаем там принцип ахимса, то есть это принцип ненасилия, то, естественно, мы получаем реакции, мы получаем тяжелую карму. Когда мы следуем вот этому вселенскому закону, то мы получаем более легкий, мы получаем хорошие реакции. Вот. Но, как мы уже говорили на прошлых наших встречах, здесь объясняется, что законы материального мира, они достаточно суровы, и даже если человек, он прожил хорошую жизнь, все в его жизни было, и все было хорошо, тем не менее эти законы, они вынуждают его к тому, что он будет стареть. Ну, может быть, он не будет болеть, но он так или иначе умрет. То есть мы не видим никого вечного рядом с нами, потому что это законы материального мира, этот материальный мир, он подобен тюрьме, вот, куда попало живое существо. И обычно законы вот просто дхармы, которые изучают психологию, законы нравственности, это, в общем-то, про то, как жить в этом мире, чтобы получать как можно меньше таких тяжелых реакций, то есть как быть здесь счастливыми. И вот полубоги, они своего рода вот такие, как это сказать, надзиратели вот в этой тюрьме. Вот. И здесь говорится, что в ведические времена люди приносили им дары, жертвоприношения, то есть они совершали ведические яги, то есть это пелись мантры, это... бросались какие-то зерна в огонь. То есть таким образом люди почитали вот эту высшую разумную власть. То есть почитая полубогов, люди признавали, что есть некое разумное начало над всем, что управляет вот этим высшим вселенским законом, и что есть вот эта иерархия. И, а также это как бы косвенно признавалась власть Верховной Личности Бога. Вот таким образом. И полубоги, довольные тем, что люди, они признают вот этот высший закон, они давали им благоденствие. То есть было процветание, и действительно, в прошлой эпохе, когда люди поклонялись полубогам, приносили жертвоприношения, то есть вот в виде вот таких ведических ритуалов признавали, то есть идея вот этих ведических ритуалов в том, что живое существо, оно признает высшую власть, как я уже говорила, высший закон, что он не действует само по себе, вот как хочет мой эгоизм, как вот я хочу, и это просто какое-то скопление различных эгоистов, различных видов эгоизма, где просто процветает такой принцип потребительства, бери как сколько хочешь, рви как можно больше, вот, или там кто успел, тот и съел, то есть, вот эти законы джунглей. Это общество животных. Для человека совершенно другие законы предусмотрены. То есть именно вот это разумное начало, понимание высшего, высшей силы, которая присутствует. Вот. И когда есть это понимание, есть это почитание и соблюдение вот этих высших законов, то, конечно же, была совершенно другая реальность. Люди не жили так, как живем мы сейчас. То есть они жили долго, вот, они не болели, они обладали различными мистическими способностями, то есть они могли, то есть у них не было развита вся вот эта технический прогресс, вот, но не потому, что они были отсталые, потому что им не надо было. И говорится в ведических писаниях говорится, что весь этот технический прогресс – это как костыли для здорового человека. То есть здоровому человеку ему не нужны костыли, они ему только мешают. Вот. И в нас заложены все вот возможности, которые дают нам вот этот технический прогресс. То есть люди развивали это все, они могли там телепортироваться там на другие планеты, общаться вот с высшими живыми существами, с полубогами. Они тогда посещали Землю, и было общение с ними. То есть люди, все, что нам сейчас дает
техника и чего нам не дает, люди обладали это вот чисто сами по себе. Вот. Ну, естественно, они жили по-другому, был совершенно другой климат. То есть вот Шрила Прабхупада говорил, что Гавайи — это остатки предыдущей эпохи, два пара юги. Вот, то есть ну, такого не было, что была вот такая там суровая зима или какой-то или жара сильная или какая-то засуха. То есть вот аномалий не было, все было ну как райские условия жизни, не было этого, такого страха в обществе, вот, который нас заставляет ограничивает в чем-то. Вот, то есть было совершенно другое, ну, то есть климат. Если бы люди того времени посмотрели, как мы сейчас живем, ну, для них это был бы фильм ужасов на самом деле, потому что совершенно другое было. А вот, ну как это сказать, атмосфера, когда люди вот соблюдали вот эти высшие законы, были в контакте с высшими вот этими законодателями, вот, совершали какие-то яги, вот. Но здесь говорится о том, что все, ну как бы вот эти высшие живые существа, полубоги, они являются не, они не сами по себе, они наместники, то есть они просто являются теми чиновниками, которые осуществляют волю, ну, волю своего начальника, то есть верховной личности Бога. И поэтому в наш век рекомендуется и вообще, то есть лучше всего как бы идти к нему напрямую, то есть не через посредство полубогов, а просто ну, напрямую совершать, осуществлять служение ему, осуществлять жертвоприношение. В наш век жертвоприношение Верховной Личности Бога — это повторение Хари Кришна Махамантры и других имен Верховной Личности Бога. То есть это, опять же, это не религиозное какое-то направление, это научное знание о душе, о Боге, о их взаимоотношениях. То есть человек может быть в любой религиозные традиции, то есть оно не важно, потому что религии это, ну, в общем, одно и то же знание дается в соответствии с местом, временем и обстоятельствами, то есть человек может выбрать любой путь авторитетный, вот, но идея в том, чтобы он строил свои личные отношения с Верховной Личностью Бога, ну, и также воспевал его имена, это является жертвоприношением для нашего времени, вот, ну и следовал принципам ненасилия. Вот. Здесь также объясняется о том, что благодаря яге человек очищает все свои действия. Вот. И в процессе яги человек освещает свою пищу, а съев ее очищается сам. Очищенная пища одухотворяет тонкие ткани мозга, что побуждает человека начать поиски пути к освобождению. В конце концов, все это приводит его к осознанию Кришны, которого так не хватает в современном мире. Вот. То есть и здесь как раз говорится, что ну, вот, ягья для нашего времени, это ягья всегда была, в принципе, это очищение своего существования. Вот, это очень важно, и очень важно, то есть та пища, которую мы употребляем, она очень сильно влияет на наше сознание, потому что наше сознание, оно определяется не только той информацией, которую мы слушаем, потому что если мы просто слушаем, но живем, как мы живем, то мы все равно будем там, где мы находимся, потому что нашу жизнь определяют также ну, окружение, в котором мы находимся, и пища, которую мы едим. Вот. И поэтому очень важно, то есть ну, вот, ведическая традиция, она как раз вот эта ахимса пища, то есть пища без насилия, вот, без продуктов насилия или йога пищи. Также, ну, если там другие традиции брать, то там тоже существуют посты, чтобы минимизировать вот это насилие. И пищу также очищают, то есть ее предлагают
Ну, опять же, это есть во всех также традициях, то есть есть, я не знаю, там просверки в христианстве, есть кошерная пища в иудаизме, есть халяль в исламе. Вот, ведическая традиция – это прасад, когда готовится пища, и она не пробуется, она предлагается на алтаре, она очищается. И здесь говорится о том, что это очень важно, потому что, ну, все же состоит из вибраций, и пища – это тоже определенного рода информация, которой мы себя наполняем, и поэтому очень важно вот это очищение, освящение пищи. Это очистит нас, наш разум, и тогда мы можем воспринимать более тонкие какие-то субстанции и духовное знание, которое является наиболее тонким. Вот. Поэтому так важно вот эта ягья, вот именно духовного плана, очищение своего существования. Вот. И я уже почти все сказала, что хотела сказать, но еще также для того, чтобы это не звучало как-то, ну, экзотически, ягья, что это такое жертвоприношение, там обычно, ну, такая ассоциация, что там кого-то в жертву принесли, и все там, ну, прыгают, танцуют вокруг костра. Вот. На самом деле это все гораздо более просто и гораздо более, ну, как это сказать, то, с чем мы сталкиваемся повседневно. То есть ягья – это жертвоприношение, то есть ягья на санскрите, вот, звучит. И ягью мы делаем регулярно, постоянно, потому что для того, чтобы что-то иметь в нашей жизни, мы должны совершать ягью или аскезу, потому что для того, чтобы иметь деньги, мы должны что-то делать, куда-то, не знаю, ехать или не ехать. Ну, в общем, так или иначе что-то предпринимать для того, чтобы приготовить себе пищу, мы должны опять что-то делать или купить, или куда-то пойти. То есть жизнь, она сама по себе нас ставит в такие условия, что, как говорится, без труда не выловишь и рыбку из пруда. То есть это все есть яги. Вот, поэтому так или иначе мы все предназначены для вот этой яги, для жертвоприношений. Вот, и поэтому, коль мы вынуждены это совершать, и хотим мы или не хотим, мы будем вынуждены совершать действия какие-то яги. Вот, то здесь рекомендуется вот совершать вот эту духовную ягию, и мы будем получать самое большое благо. Вот, именно от того, что мы будем совершать духовное действие. И также здесь приводится такой пример, что можно поливать, когда мы поливаем дерево, можно поливать его веточки, можно поливать его листики, можно там цветочки поливать. Но дерево лучше всего растет, и оно растет, когда мы поливаем его корни. И то же самое, когда мы удовлетворяем яги Пурушу, яги Пуруша – это тот, кто наслаждается яги, это верховная личность Бога, то автоматически питаются и листики, и цветочки, и веточки. И то же самое, что когда мы служим верховной личности Бога, когда мы находимся с ним в контакте, когда мы выполняем его волю, то довольны будут все, довольны будут и вот эти полубоги, высшие живые существа, о которых я говорила, довольны будут, ну, в общем-то, все аспекты нашей жизни. Вот, поэтому очень важно понимать вот эту такую динамику, что самое лучше всего всегда смотреть и идти всегда в корень. Вот. И поэтому, строя свои отношения с Верховной Личностью Бога, а изучение Бхагавадгиты это также относится к служению Верховной Личности Бога, то
наша судьба, ну, выражаясь таким, в общем-то, языком прикладным для нас, наша судьба, она улучшается, потому что все полубоги, все вот эти высшие живые существа, как мы уже говорили, астрологические вот все вот эти аспекты, они все автоматически улучшаются, потому что они все служат верховной личности, вот, они все его слуги. Вот, и поэтому, когда мы служим верховной личности Бога, то вот все наши показатели нашей судьбы, они улучшаются. И ну, я достаточно часто с этим сталкиваюсь, потому что периодически как бы консультирую людей, я, будучи астропсихологом, я смотрю на разные тенденции, которые происходят и должны были произойти у человека по судьбе, но я смотрю людей, которые занимаются духовной практикой, то есть многие вещи, они как бы поднимаются над этим. То есть духовная практика, она называется трансцендентной. От слова «to transcend», то есть подняться над какой-то, ну, что ли, запрограммированностью, над кармой, над, ну, как бы, законами тюрьмы, в которой мы находимся, попав в этот материальный мир. Вот. И поэтому это очень важный такой момент, что, служа верховной личности Бога, находясь в связи с ним, то есть йога это означает связь, бхакти это, ну, вот такое, ну, что ли, посредством нашего отношения, посредством нашей любви с ним, то мы вырываемся из жестких законов кармы, из жестких законов материального мира, потому что законы здесь жесткие по-любому. Вот. Дурга, кто знает ведический пантеон полубогов, Дурга, кто был в Индии, может быть, знает, она является, это богиня, ну, как мы говорили, полубоги, это живые существа, которые осуществляют законы верховной личности Бога. Вот. Она является как бы главная вот в этой тюрьме материального мира. Вот. И у нее, ну, она изображается со множеством рук, и в каждой из рук у нее по оружию. То есть это вот те обстоятельства, в которых мы здесь находимся, то есть потому что, ну, мы здесь больше предназначены для того, чтобы нас воспитывали, и, в общем-то, у нее очень много для этого есть возможностей. Вот. И, ну, в общем, приведу такой пример, если, ну, вот палец, возьмем палец, да, ну, вот когда мы здоровы, нам ничего не болит, ну, по меньшей мере мы ничего не чувствуем, нам, ну, вот ничего нас не беспокоит, вот он нам не дает никак о себе знать. Вот, но, ну, то есть, когда все нормально, то есть нас ничего не беспокоит. Но если стукнуть его молотком, то мы столько боли ощутим. То есть наше тело, когда с ним все нормально, оно как бы вот, ну, нас не беспокоит. Но в нем есть большие, как бы, возможности для того, чтобы мы получали страдания. Поэтому этот материальный мир, он, конечно же, нас более или менее не беспокоит, когда мы совершаем жертвоприношение, живем по законам дхармы, но тем не менее все равно здесь никогда нельзя расслабляться, понимая, что место, в котором, ну, находится душа, это место дурга-дхама. То есть это место, где, ну, в общем, все может быть. Вот. То есть вот поэтому лучше всегда быть в контакте с высшей управляющей силой, то есть верховной личностью Бога, у которого есть рычаги от всех дверей, от всех замков, от жестких законов кармы, от всего вот этого, кто находится над всеми, и вот тогда, знаете как, можно подружиться там с надзирателем, быть хорошим заключенным, то есть выполнять все законы, тогда нам будет более-менее здесь нормально,
Ну, если мы подружимся с президентом, там, с царем, если мы станем дорогим для него, то, ну, то есть нет смысла нам вообще находиться в какой-то тюрьме и пытаться как-то вот подружиться с надзирателями там. Вот, поэтому это вот такой важный аспект, который, ну, важно понимать в свете яги, жертвоприношений. Мы все равно будем вынуждены их совершать здесь, так или иначе, и поэтому лучше нам знать законы дхармы, и лучше всего, конечно, нам быть в связи с законодателем всех этих законов, то есть с источником, с Верховной Личностью Бога, строить с ним отношения, и тогда мы можем обрести наше вечное состояние, стать самим собой. Наше вечное состояние – это Сат-Чит-Ананда, то есть это то, кто мы на самом деле, мы являемся душой, которая вечна по своей природе, которая исполнена счастья, то есть ананды, блаженства, и которая находится в чит, энергии чит, то есть исполнена знание, то есть это вот наша природа изначальная. Вот, и поэтому только в контакте с источником, с Верховной Личностью Бога мы можем возродить свое состояние вечности, счастья и знания, то, к чему мы всегда стремимся. Вот, в этом, как говорится, наша идея, почему мы собираемся, что мы изучаем, мы пытаемся, мы восстанавливаем вот эти узы. А вот это есть бхакти-йога посредством понимания, посредством практики, изучения, знаний. Таким образом мы восстанавливаем этот контакт, вот, чтобы, ну, вот, взять самое лучшее, что мы можем взять из человеческой формы жизни. Вот такое у нас как бы послание по этому стиху. Может быть, есть какие-то вопросы реализации и, не знаю, темы, которые бы хотелось бы поднять и поговорить. Вот у нас есть еще время, вот, и мы можем пообщаться на эту тему. Тут есть, я вижу вопрос: karma happens in this life. Карма – это то, что происходит всегда, это то, что происходит и сейчас, и то, что происходило в будущем, и то, что будет происходить в прошлом. Это причинно-следственные связи. Карма, она происходит всегда, пока мы находимся в законах кармы. Вот, то есть у нас есть наша прошлая карма, у нас есть наша настоящая карма, у нас есть наша будущая карма. То, что мы сейчас совершаем, это наша будущая карма. То, с чем мы пришли, это наша прошлая карма. Вот, ну вот как-то так. И говорится, что духовное знание, то есть трансцендентное знание, ну, помогает нам вырваться из вот этой кармических реакций. Вот, и, ну, получить освобождение из круговорота кармы. И если вы знаете, вот это символ бесконечности, восьмерка, это также оно означает колесо самсары, это круговорот кармы, где мы обуславливаемся вот таким образом. И только, ну, вот, духовное знание, оно и практика, оно помогает нам вырваться из колеса самсары. Поэтому, да, мы погружены в карму, пока мы здесь, это понятно, но у нас есть шанс. Тут возникает такой вопрос. Если можно, задам вопрос. Ну, сегодня очень сложно различить и увидеть всех этих полубогов и так далее. То есть, ну, люди как бы живут на земле, и здесь все как бы очень просто. Пошел, заработал деньги, получил. Не пошел, не заработал, ничего не получил. То есть, ну, на сегодняшний день человеку очень сложно принять вот полубоги, ну, вообще
Почему? Потому что сейчас люди вообще говорят, там языческая вера, полубоги, там разделенные, там в Индии много богов, там у нас там в нашей, допустим, какой-то там религии, я не знаю, какая наша религия, там христиане говорят, у нас там вот один бог, предайте всякаян и так далее. То есть, ну то есть есть, как же нам, бедным крестьянам, жить, если у нас... Здесь объясняется куча полубогов, там объясняются такие боги. Что нам делать? То есть кому идти и кому упасть в ноги? Предаваться-то кому? Почему я задаю этот вопрос? Мы как бы позиционируем себя как клуб развития. Окей. Ну вот как нам развиваться, вот, когда существуют такие разные идеи в этом мире? То есть существует идея, ну там... Бог какой-то, которого вообще нет. Бог, который есть, но он там на кресте его распяли. Или Бог, который там танцует и так далее. Вот как разобраться с этими всеми штуками? Вот что нам делать, бедным? Ну, нужно получить знания, нужно получить букварь. То есть, если для того, чтобы читать, мы не можем читать, если мы не изучим букварь, азбуку. Вот то же самое этим букварем является Бхагавад-гита, потому что я знаю по себе, я пыталась понять, как устроен этот мир, действительно слышала о разном из разных источников. На самом деле, это знание о полубогах, о высших живых существах есть в любой религии, потому что есть ангелы, серафимы, херувимы, они есть в виде, как их называют, религии, да, и христианстве, в иудаизме есть, и есть в мусульманстве, они есть как Джабраилы, по-моему, там. Джабраилы, да. То есть знание о них, оно есть везде, и дело в том, что Бхагавад-гита, она помогла мне систематизировать это знание, потому что, да, я слышала, да, есть ангелы, кто же такие ангелы. Вот, и это есть вот эти полубоги, высшие живые существа, которые служат Верховной Личности Бога. Потому что как любой начальник, он же не делает все сам, у него есть его аппарат. То же самое Верховный Начальник, неужели он будет делать сам, как говорится? Плох тот начальник, который все делает сам. Вот. А тут совершенный начальник. И понятно, что у него есть его совершенный, как это, ИТР, аппарат. Вот эти полубоги, это логично. То есть тут даже не вопрос, сколько вот наблюдения, а именно вопрос логики и здравого смысла. Если, то есть даже не вопрос как бы какой-то науки, просто логично, если мы наблюдаем за жизнью, мы видим, как строятся разные процессы. Вот. То же самое там, то есть по образу и подобию. Вот у него есть его помощники, их много, и мы тоже можем стать такими помощниками и будем получать все за это, как говорится, бонусы. Поэтому, да, это выгодно быть у него на службе. На прошлом уроке мы обсуждали, что раньше люди... они воочию могли увидеть полубогов. То есть те спускались, люди общались с ними, поэтому у них проблем с, ну, проблем с доверием ко всему этому знанию их не было. Поскольку, окей, ты устраиваешь ягью, ты делаешь какое-то там жертвоприношение, вдруг появляются какие-то очень, ну, такие удивительные личности, и ты прекрасно знаешь, кто это такие. И ты прекрасно знаешь, что, окей, ну, к ним, если подходишь, то надо быть осторожным и так далее. То есть нужно какой-то процесс там почтения, ну, уважения, проявления и так далее. Сегодня же большая проблема. И этот вопрос я бы хотел поднять, чтобы люди подсоединились к этой беседе. Сегодня существует огромная проблема не только уважения, там, ну, уважение к полубогам. Ну, ладно, хорошо. Есть управляющие живые существа и так далее. Но с чего же, ну, начинается наше собственное уважение? Мы же, к сожалению, вот если разворачивать такую беседу очень жесткую, мы, к сожалению, сегодня не в состоянии уважать даже
Правительство. То есть приходит правительство, начинает каким-то образом что-то делать, пытается построить какую-то нашу жизнь. И с самого начала это правительство ему ставит, как говорится, палки в колеса, бьют по ногам, стреляют и так далее. То есть происходит какая-то, вот люди совершенно оскудели умом, вот насколько я вижу, просто оскудели умом. Они не понимают, что оскорбление, допустим, того же самого правителя страны, или, ну, пример такой, что змея навсегда пытается укусить, даже тогда, когда ее пытаются освободить из колючек, она вот эту вот освобождающую руку всегда пытается укусить. И здесь, вот в Бхагавад-гите, нам предлагается, ну, как бы предлагается очень возвышенная вещь. Не видя полубогов, не зная, то есть не входя с ними в реальный контакт, нам предлагается совершать нечто, что совершенно противоестественно человеческой природе. Потому что такое человеческая природа сегодняшнего дня, Кали-юга? У нас время такое сложное. Все мое, все принадлежит мне. Я хочу здесь наслаждаться и плевать я хотел. К черту друзей, спасайся сам. Вот эта идея сегодняшней жизни любого человека. Ну, я не буду говорить за всех. Я просто говорю, что в основном идея у людей, она вот такая вот. Как доверять всему этому, когда такие сложности, просто поверить. Вот я, ну, там, мы бываем в разных странах, я знаю, что приходит правитель, допустим, и тут же начинается жесткая критика этого правительства со всех сторон. И этот человек, вместо того, чтобы, ну, осуществлять какую-то свою задачу и так далее, вынужден все свое правление отбиваться от кого-то. Где взять веру? Где ее взять? Да, в чем заключается наше развитие? Где, как вытащить эту веру? Откуда взять ее? Чтобы она такая была. Да, я поняла. Дело в том, что прежде всего человеку нужно получить знания. То есть Бхагавад-гита и вот, ну, ведические писания, они как раз и являются вот тем источником, из которого мы можем получить это знание. Потому что там написано все достаточно просто, с комментариями. Вот. Ну, я прочла это в очень молодом возрасте, без всякой подготовки. Я пыталась читать другие священные писания, там Библию, что-то еще пыталась читать, что было на тот период в Советском Союзе, было не очень много, но я пыталась какое-то получить представление о том, что где мы, куда я попала, что здесь, как это все происходит. Вот, когда я прочитала Бхагавад-гиту, это все разложило у меня по полочкам. Да, там было про полубогов, там было про то, что нужно повторять Махамантру, и что мы вернемся к счастью, вечности и блаженству. И я подумала, о, это слишком хорошо, чтобы это было правда, и так у меня были сомнения, бесспорно, потому что тебе обещают нечто такое запредельное. Вот. Но дело в том, что, да, мой разум, то есть логично, там все объясняется. То есть человек, он всегда будет поступать странно, пока он в невежестве, пока он не понимает каких-то законов. Но когда ему дается возможность это понять, то есть логично все, то есть с логикой там все в порядке. Это один момент. То есть сначала объясняется на логическом уровне. Потом... Там есть вопрос практики, то есть без практики ты никогда не поверишь в то, что это так. И там дается практика. И, в общем, ну, когда ты начинаешь делать практику, когда ты начинаешь практиковать это знание, ты начинаешь видеть, что это работает. Вот твоя жизнь меняется, твое сознание меняется, какие-то страхи уходят, ты начинаешь ощущать какую-то высшую поддерживающую силу, потому что ты практикуешь. Вот там сказано Махамантру повторяешь, там сказано следовать таким-то принципам. Ты это делаешь. И ты видишь, что это работает, то есть твое сознание очищается, как было сказано в комментарии. Ты можешь воспринимать более тонкие материи. То есть тебе открываются вещи, которые тебе закрыты. Вот почему вот
ты говорил, что раньше люди, они общались там вот с более высшими живыми существами, потому что у них были более тонкие органы восприятия. Мы живем в достаточно грубой материальной реальности, и поэтому мы не можем. Но по мере практики, когда мы очищаем свое восприятие, то мы можем ощущать какие-то более тонкие вещи, и мы можем видеть, как это все работает. Я очень часто привожу такой пример, как вы это все, когда спрашивают, как вы это все докажете, я привожу пример высказывания Карла Маркса, родоначальника марксизма-ленинизма. Он говорил, что практика – это, как это сказать, практика – это критерий истины. Вот, то есть пока вы не начали ничего практиковать, это будут просто умозрительные вот, заключения. Я думаю, что это так, а я думаю, что это так, а мне кажется вот так. Но когда вы начинаете практиковать, то есть когда есть реальная практика, вы можете получить результаты, которые там, о которых там говорится. И так как есть опыт практики достаточно на протяжении долгих лет, вот я говорю о себе и, тех людей, и о тех людях, которые я знаю, которые практикуют, то мы можем говорить, что это да, вот как написано, так оно есть. И вот из практики рождается вера. Вера не рождается из каких-то умозрительных рассуждений, вот мне кажется так, а я думаю так. Нет, именно из практики. Если люди практикуют вот то, о чем они говорят, то они могут говорить о какой-то вере. Если нету практики, то можно сомневаться бесконечное количество лет. Поэтому это знание, оно для практиков, а не для теоретиков. Вот. И вот из практики приходит вера. Только из практики. Ну, ты сам знаешь. Спасибо. Ответ. Практика без практики, конечно, никуда не деться. Практика – критерий. Критерий истины. Говорил Карл Маркс, и был прав, конечно. Ну, а как же, Карл Маркс всегда. Ну, так же и его практика. Ну, так или нет. Ребята, есть вопросы? Задавайте. Да, Михаил, есть вопрос. Я... начал готовиться на ваш клич, но не хотел тянуть на себя одеяло, как в прошлый раз, поэтому ждал. Но я смотрю, что никто сильно не подключается. Да, поэтому, если можно, я задам вопросы и прокомментирую. Вы задавайте, пожалуйста, но другие люди тоже будут задавать. Они люди... Конечно. Да, нужно время. В русском языке слово «болезнь» переводится как «Бог лечит знаниями». То есть любая болезнь – это всего лишь Бог показывает мне, куда я пошел не туда. В английском есть тоже похожее disease, как бы отсутствие легкости. Вопрос к вам: на санскрите есть подобное слово, которое бы давало такой глубокий смысл? Ну, я не так хорошо знаю санскрит, как русский. Я не санскритолог. Наверняка есть в санскрите много слов. Есть одно слово, которое отражает все эти формы? Не знаю, даже не знаю. Это удивительное слово. Знаете, какое? Оно звучит говорите. Так красиво. Оно называется майя. И что такое майя? Майя на самом деле – это болезнь души. Звучит красиво, но майя – это как раз именно та самая болезнь души, когда душа забывает, что она дух. Она думает, что она тело. И вот это и есть майя или иллюзия. Майя означает иллюзия. То есть я не даю вам конкретно, там, допустим, какое-то слово, которое отвечает за болезнь или еще что-нибудь. На самом деле говорится, что майя или иллюзия – это болезнь души. Когда мы заболеваем, мы попадаем именно в майю. Мы попадаем в вот этот вот кокон иллюзии о том, что материальный мир – это прекрасно. Здесь можно классно все-таки существовать, даже если быть здоровым и счастливым, и богатым. Вот это вот все майя, она
она как бы обволакивает душу. Сперва она помещает ее в кокон, ну вот в кокон эго, ложного эго. Потом она помещает ее в кокон разума, потом она помещает ее в кокон ума, и в конечном счете все это как бы приобретает форму материального тела. Потому что материальное тело формируется из этого. И вот все это называется майя. И все, что есть вокруг нас, все, что мы видим глазами, это есть болезнь, это майя. Вот иллюзия. Мы думаем, что этот мир, он навечно, он навсегда. Если мы удлиним себе жизнь там бесконечности, до бесконечности, будет классно. Не, я не говорю про 333, мы уже с вами на этот счет говорили. Вот уже два занятия мы на это, по этому поводу. Но вот это и есть иллюзия, когда человек думает, окей, я хочу здесь очень долго жить. Я хочу здесь быть счастливым. Я хочу здесь получить все, что я хочу. Я хочу именно получить это здесь. Вот это и есть майя, то есть болезнь, disease, иллюзия. Бог лечит. Каким образом Бог лечит? Вот вы сказали. Сейчас, Алина, я вижу вашу руку. Сейчас я скажу. Как же Бог лечит-то? Господь лечит очень просто. Он дает нам это знание для того, чтобы человек понял, что материальная вселенная – это не место для джентльмена. Здесь именно находятся, вот как Гуна Манджари сказала, ну, она говорила об этой лекции, что этот мир, он весь тюрьма на самом деле. В тюрьме могут быть хорошие камеры, а могут быть плохие. В тюрьме человек может процветать, иметь богатство, а может быть бедным. В тюрьме человек может быть богатым, а может быть там в хорошей камере, там богатство и так далее, а может сидеть бедный, но он все равно в тюрьме. У него нет здесь свободы. Его свобода, она сильно ограничена. Ограничена его кармой, как было сказано в предыдущем, ограничена его возможностями совершать яги и так далее. То есть его возможности здесь очень маленькие. И вот это вот disease или болезнь Бог лечит. Каким образом? Он дает нам духовное знание, которое позволяет душе понять, как ей жить, чтобы больше не болеть. А что такое больше не болеть? Это выйти за пределы обыкновенной иллюзии и уйти в такую энергию, которая называется йога-майя. То есть это личная энергия Верховной Личности Бога. Есть маха-майя, в которой мы находимся, есть йога-майя. Они разные энергии действуют по-разному. Так вот наша задача, задача души, выйти из-под контроля маха-майи и уйти полностью под контроль йога-майи. И тогда душа, естественно, становится, как было уже сказано, она обретает вечность, то есть, которая называется сад, она обретает знание, ну, в пределах своей личности, которая называется чит, и она обретает ананда, опять-таки, в пределах своей личности, это блаженство. И есть, это и есть ее форма, сад чит ананда. У Бога есть точно такая же форма, сад чит ананда, но Господь от нас отличается тем, что Он не, как говорится, Он вмещает в себя все, а мы есть маленькая Его частичка, которая по своей природе мы очень похожи на Него, но по своему размеру мы tiny, очень little things, мы очень маленькие. Но на самом деле мы состоим из того же самого, что состоит Бог. Он сад-чит-ананда виграха, виграха означает форма. И мы сад-чит-ананда, и это наша форма виграха. Но мы маленькие, Он большой. Но по своей сути мы можем быть совершенно рядом, поскольку если ваш отец, он большой, а вы маленький, вы живете в одной семье, он вас любит, вы его любите, и какая разница, где кто больше, меньше и так далее, понимаете? Вот disease или болезнь вылечивается именно выходом из-под контроля маха-майя и уход под контроль йога-майя. И это естественное состояние души. Можно в продолжение? Сейчас. Вот Алина у нас есть, она хотела задать вопрос. Алина? Здравствуйте, я не вопрос хотел задать, тоже хотел что-то сказать, но, может быть, это будет не совсем по теме. Это на тему больше вот про майю, как про то, что вы сказали. Поэтому я не знаю, если я сейчас начну говорить, то, может, уйдем от темы опять. Мне хотелось поделиться опытом про вот то, что вы сказали про майю. Говорите.
Просто вот вы упомянули, что мы в мае находимся, ну, как бы это понятно. Вот болезнь души, вот тема какая. Про болезнь души я задумалась, что вот мы рождаемся, и как бы есть у каждого из нас вот натальная карта, гороскоп этот же, в котором можно посмотреть примерно, как кармически будут складываться отношения в семье, там, с папой, мамой, ну, и с другими родственниками. Получается, как бы это есть, ну, вот эта болезнь души в том плане, что мы приходим вот в этом теле, и мы уже обусловлены даже тем, что мы не можем увидеть настоящих этих, ну, как бы людей. Они для нас роли выполняют какие-то, мы их видим с одного ракурса. То есть настолько мы ограничены вот этой, как бы, болезнью нашего восприятия мира, у каждого своя программа. Вот эта. И да, мы... Когда мы, получается, немножко завесу это снимаем, как вот эту маю немножко, ну, она отходит. Не то, чтобы она полностью уходит, потому что тогда ты прям будешь, не знаю, просветленный, но это очень тяжело. Но даже если чуть-чуть, вот даже ты развиваешься, там, духовной практикой занимаешься, или, ну, вот был у меня такой вот опыт, что, получается, ты приходишь, сначала, ну как, весь в этих своих самскарах, программах, там тут обиделся, думаешь, там, ну, родитель не такой, еще что-то, вот все эти обусловленности, и думаешь, ты там все правильно, а все другие не очень в жизни своей живут. И вот простая даже духовная практика повторения мантры, она, получается, твой ум немножко настраивает на то, чтобы видеть вещи по-другому, не сквозь призму вот этой обусловленности своей. То есть, как бы то, что гороскоп, он же это как бы из прошлого, наши поступки делают нас сейчас вот такую жизнь проживать. Получается, когда ты повторяешь мантру или практикуешь практику или садхану, то, ну или я не знаю, кто что практикует, то тогда наше сознание, оно настраивается на другой, как бы такой тюн, лад, видеть вещи более естественными, как они есть. Иногда мы потом снова пеленой покрываемся, ну, то есть это нужно постоянно практиковать. И вот такой опыт у меня был сегодня даже. Вот я как-то привыкла, ну, там папа, мама надо уважать, папа, мама надо уважать. Вот сколько уже лет, 5-6 слышала про это, ну, как-то я думала, ну, уважаю, уважаю. Меня не трогайте, я все трогаю, всех уважаю. Ну, то есть такое было. Теоретически я понимаю, но практически все равно тяжело было вот принять какой-то факт уважения. Ну, говорят же, мама Луна, папа Солнце. В гороскопе вот стоит. Также это отвечает за природные там ресурсы, силы, деньги, ну, все такое. В общем, уважай, тебе же полезно будет. Ну, да-да. То есть практики не было, а вот теоретически слышала. И ну, в общем, сегодня как-то я разговаривала и... Ой, проснулся. В общем, упомянула об отце в хорошем ракурсе, но у меня вылетело такое слово, как... Такое слово, мне ж стыдно стало, то есть за себя. И я вот как будто со стороны посмотрела о том, как я раньше думала и говорила, то есть моя карма дала мне мою жизнь. Я судила своего отца, как будто я... Ну, то есть я хотела поделиться этими эмоциями. Вот сегодня я со стороны посмотрела на себя не в том плане, что я уважаю, действительно видела, что я никого не уважала. И надеюсь, что это чувство со мной еще останется чуть-чуть, потому что оно дает это, как сказать, там, оно дает немножко смирение. Ну, в общем, не получилось полностью рассказать, но я хотела вот про эту болезнь души, то, что вот пелена это, она на глазах, и мы думаем, что все в этом мире как-то вот одним ракурсом, а на самом деле все намного глубже, и чем потом еще подключусь. Спасибо, Алина, большое. Мы поняли, о чем вы говорите. Все нормально? И
Я еще, да, тоже хочу сказать, да, спасибо, Алина. Это как раз сегодня мы говорили об этом, что вот так как текст у нас был про почитание, жертвоприношение полубогам, то есть полубоги, они представляют собой вот эту иерархию старших, и вот люди, они предлагали им свою, ну, как бы дань, и вот также родители там, это тоже эта иерархия, это наши старшие, вот, и поэтому, да, это было вот в ведической системе, это все непосредственно связано, верховная личность Бога, это самый старший, это как бы самый наш изначальный отец, и поэтому, да, как бы, когда мы уважаем вот эту иерархию, мы косвенно уважаем его волю, его власть, вот. И это так. И я как раз, когда все говорили, я вспомнила, вот хочу ответить на вопрос Романа, который спросил, есть ли в санскрите какие-то эквиваленты вот того, что причиняет нам страдания, болезни. Я вспомнила, соответственно, с физической философией мы получаем страдания от трех типов из трех источников. И они все называются с очень знакомым нам помним. То есть три вида: адхибаутика, адхиатмика и адхидаевика. Адхи. Вот. Они все имеют корень ад. Вот. И адхидаевика — это то страдание, которое мы получаем от высших природных явлений, такие как жара, холод, стихийные бедствия, землетрясения. Вот дайва – это природа. И, кстати говоря, в Прибалтике есть такое имя дайва, и оно тоже означает природу. Вот. А потом адхибаутика – это страдания, которые нам причиняют другие живые существа. То есть, я не знаю, там враги напали, или комары, или какие-то животные, или, то есть, ну, живые существа, которые нам причиняют страдания, то есть они называются адхибаутика, это источники. И адхиатмика — это страдания, которые причиняем мы сами себе, кстати, самые суровые страдания, то есть страдания от собственного ума. Вот. И все вот эти три вида страданий, они имеют санскритский корень ад, вот, который нам знаком в русском языке, ад. Вот, поэтому вот тоже есть описание, что есть ад, это страдания и виды страданий, которые получает живое существо. То есть от других живых существ, от природы, стихийных бедствий и от самого себя. Так, отлично. Наталья, да? Да, здравствуйте. А, я еще хотела сказать, что, в общем-то, вот болезни это тоже как последний такой пинок, магический пинок Бога можно рассматривать. Потому что когда человек не понимает по-хорошему, и накапливается дурная карма, и очень часто, вот, например, в жизни моей вот приятельницы здесь такое было, когда она что-то начала понимать и вообще слышать меня только тогда, когда вот у нее случилась очень серьезная болезнь. Очень серьезная болезнь. Вот, поэтому, в общем-то, и милость, и благость от Бога, и, в общем-то, болезнь можно рассматривать как тоже данное что-то от Бога для того, чтобы мы начали двигаться и понимать. Да, вот ватика, дайвика – это и от животных, и от стихий, и от нас самих. Но, в общем-то, это все в руках Бога все равно. Ну, все в его руках. То есть нет ничего, чтобы не входило в его как бы сферу. Вот, да, конечно. Но дело в том, что это не так, что вот это как бы, ну, он несет за это ответственность. Это наше. Это не потому, что он там гневается или сердится. Это не от этого. Это просто все так устроено. Все так приходит нам.
Это мы так устроили, потому что дело в том, что существует священное право, свобода выбора и свобода желаний. Но мы как бы, это как в магазине, то есть все имеет свою стоимость, и какие-то неправильные желания, они тоже имеют свою стоимость, и вот это есть вот эта стоимость, которую мы платим за то, что мы не того хотим. Ну, я могу добавить даже вот тот же самый стих, который мы изучаем сегодня, если опереться на этот стих, то, в принципе, о чем говорится-то? Довольны вашими жертвоприношениями? То есть, чем довольны? То есть, нашим какой-то преданием себя Богу, осуществлением Его каких-то определенных задач? Полубоги будут довольны вами, и тогда благодаря такому взаимодействию людей и полубогов в мире воцарится благоденствие. А что мы видим сегодня? Что благоденствия, собственно, и нет. То есть в мире сегодня наоборот, все очень, ну вот как бы человек пытается технологизировать все вокруг себя, он пытается каким-то образом, мы не должны просить милости у природы, вырвать их у нее, вот наша задача, понимаете, вот идея какая-то, да? То есть мы ничего не должны просить, мы просто придем и возьмем. Вот такая идея сегодня у человека. А в Бхагавад-гите Кришна говорит, нет, это ты должен взаимодействовать с этим миром, взаимодействовать правильно с верховными существами этого мира, тем, кто управляет. И тогда тут будет благоденствие. Конечно, ненадолго, на одну жизнь, на две, но оно да, будет. То есть этот мир, он построен, как вам сказать, здесь есть возможность утвердить какое-то, ну, что-то очень правильное. Но сама природа этого мира такова. И сама природа душ, которые сюда попадают, она такая, что это природа разрушителей. Это не природа созидателей. Души, которые попадают в материальный мир, они изначально дефектные уже. И они приходят с этим дефектом. И для того, чтобы им как бы этот дефект исправить, они проходят в этом мире, школу. Их там заставляют работать, заставляют что-то делать. То есть совершается масса всяких действий с душой для того, чтобы ее дефективность рано или поздно от нее ушла. И тогда душа может вернуться в тот мир, где ей действительно будет хорошо. Но, несмотря на это, на все, изначальные параметры, они очень правильные, потому что Господь, Он не садист, понимаете, он замечательная личность, Он создает все, как говорится, Он создает эти океаны, создает леса, создает небо, придает всем прекрасные краски, создает цветы, которые, знаете, вот есть хорошее выражение, тот самый, который, говорит, сделал попугая таким цветистым и павлина красивым таким. Неужели ты думаешь, что он не обеспечивает тебя всем, чем необходимо? Есть такое выражение. Так вот, на самом деле, изначальные параметры здесь прекрасные. Но попадая сюда, душа, она уже приходит сюда с дефектом. Маленьким. Но находясь здесь очень долго, она все деградирует больше и больше. Потом у нее будет выход, как говорится, назад. Но в самом начале у нее есть, как говорится, возможность погрузиться здесь в самые тяжелые условия жизни. Поэтому наша задача, если мы уже добрались до вот такого понимания, задача человека, вот в этом заключается клуб, мы называем себя, опять-таки повторюсь, мы называем клуб развития. Наша задача понять, что мы должны делать, чтобы не сползать вниз, а подниматься вверх. Вот это вот основная задача всех учений, в общем-то, не всех, конечно, 96% ведического знания, чтобы вы знали, оно посвящено тому, как хорошо жить в материальной вселенной. Как здесь жить правильно, чтобы все было. И лишь 4%, эти 4% ведического знания обращены к очень
продвинутым, интеллигентным душам. И это 4% говорят: ребята, как бы вы здесь ни старались, но материальный мир не создан для наслаждений. Это школа. А в школе бывает сложно. Когда научитесь, скажете этому миру адью и попадете туда, где будет хорошо. Мы везде так, понимаете? Это, человек может посмотреть на своей жизни, по своей жизни. Везде у него идет вначале школа, потом какая-то работа. То есть он, ну, короткие дни отпуска и так далее. Но вот отпуск — это очень хорошо. То есть человек что-то заработал и поехал в отпуск. Но если ты заработаешь очень много, именно духовного, то ты можешь поехать навсегда. Потому что жизнь, она здесь, она циклична. Человек проживает одну жизнь, умирает, перерождается в следующем теле. И ни на секунду это не останавливается никогда. Но это вот эта вот свистопляска, вот эта вот самсара, вот это когда человек крутится вот в этом колесе самсара, перерождаясь из человека, человека из человека в животного, из животного в человека, крутясь. Рано или поздно человек должен задать себе вопрос: слушай, я не устал уже от этой билиберды, которая здесь происходит? И если человек достаточно интеллигентен, он говорит: да, я устал, мне надоела эта песочница, я хочу что-то более, я хочу вечного, я не хочу больше перерождаться. И в этот момент к нему приходит Бхагавад-гита, к нему приходит, там, мы сегодня говорили, возможность предлагать пищу там Верховной Личности, возможность жить более чистой жизнью и рано или поздно выйти отсюда, туда, откуда мы сюда пришли. Вот такая вот история интересная. Михаил, да. Ну, вернемся к нашим баранам. Все это хорошо и прекрасно. Вот сижу я, на столе у меня два руководства, two manuals, да? Мы сегодня с этого начали. И на одном написано: это самое лучшее, это самое крутое, самое прямое. На другом — это то руководство, через которое я прохожу мои практики. Практики, сегодня об этом тоже много говорили, да? Те мантры, которые я себе повторял, тот цигун, который я себе делал. Я говорю: хорошо. Слева я знаю, справа мне говорят, что у них круче. Я говорю: окей, хорошо, посмотрим. И на прошлом уроке Гуна Манджари говорит: вот мы такие мелкие, сидим, боимся коронавируса, там носим маски. Для меня этот пример, что ну не работает этот мануал, мне бы он не помог. Почему? Потому что тот мануал, которым пользуюсь я, он меня изначально ни на секунду не вызвал ни страха, ни желания одеть маску, ничего. Вы говорите, как прочувствовать, да? Раньше мы могли видеть этих полубогов. Сейчас я могу чувствовать свою энергию. Раньше я ее не чувствовал, и вдруг она появляется. Я начинаю это чувствовать на своем энергетическом уровне. Вот оно доказательство того, что тот мануал, который мне дали, он рабочий. Роман, вы говорите, нет, да. А вы что ж думаете, что я не чувствую на энергетическом уровне ничего? Я вам просто об этом ничего не говорю. Я не могу пока вам сказать, что я чувствую. Поскольку есть вещи, я могу здесь распинаться, говорить и так, и сяк. Но для того, чтобы понять то, что я буду говорить, вы должны знать то, что я знаю. Понимаете? То есть я не буду говорить вам, что вау, там такие там реализации и тому подобное. Ну что я буду говорить об этих реализациях? Они, да, существуют, иначе бы я здесь не был. Понимаете, какая штука? В этом-то и весь секрет, что я не агитирую вас: о, вы должны там немедленно стать там, учить там Бхагавад-гиту и так далее. Я вам просто говорю, вам помогает то, что вам помогает, а мне помогает то, что мне помогает. Я тоже пришел из... ну, семьи, которая, извините меня, не практиковала что-либо когда-либо. Хотя, в принципе, корни мои, они у меня в роду равы, у меня в роду люди, которые много служили в разных синагогах и так далее. И много отдали в своей жизни этому. И я знаю это знание, то есть я жил там, где вы жили, тоже жил 24 года, 23. Я все это видел, все это учил и так далее. Почему же я здесь?
Неужели вы думаете, просто мне кто-то там, ну вот, наболтал чего-то, и я, вау, Алак, я пришел сюда? Нет, это только потому, что я ощущаю это знание, я его вижу, и оно приносит мне огромную, непересказуемую и необъяснимую радость. Поверьте, я бы вам об этом бы не говорил. Если я выгляжу, иногда улыбаюсь и выгляжу там иногда серьезно, это вы не знаете, что у меня здесь. Поэтому Алина вам интересную вещь сказала, или нет, не Алина, была Банумать. Она сказала вам такие слова. Вы не смотрите, как человек выглядит внешне. Вы не знаете, что у него происходит внутри. Потому что иногда человек внешне выглядит весьма странно. А внутри у него бушует радость огромная. Но высказать и описать он это никому не может. Даже Шрила Прабхупада, насколько это была удивительная личность, но его выход, его экстаза наружу, он имел такие формы, что преданные в состоянии были это даже понять, поскольку он мог читать лекцию, и вдруг в середине лекции он останавливался, замирал. Он был в полнейшем экстазе и не мог больше говорить даже. И потом, когда он выходил из этого состояния, все ощущали, что в комнате воцарилось вообще что-то непонятное. Вот радость у всех была. Выходя из этого состояния, он говорил: «Ой, стоп, давайте поговорим о чем-нибудь другом». Понимаете, то есть у него это, выход этого экстаза был настолько оглушителен даже для тех, кто находился рядом с ним. А он не говорил о том, что он чувствует. Люди это просто понимали. И многие из тех, кто были рядом с ним, сегодня описывают его это состояние. И поверьте мне, я вам скажу интересную вещь. Я рассказывал на прошлом занятии об одном удивительном человеке. Звали его Тамал Кришна Госвами Махарадж. Это был ученик Шрилы Прабхупады. Я был на одном из киртанов. И те, кто был... Киртан – это воспевание, когда все танцуют. Я думал, что это только у меня было такое ощущение. Но я скажу вам мистическую вещь. Этот киртан, он вел киртан настолько экстатично, что я не хочу, я не люблю эти мистические вещи, потому что, ну, зачем о них рассказывать? Но у нас в комнате у всех было одно чувство. Мы даже потеряли какую-то... В комнате царила атмосфера невесомости. Мы просто летали по комнате, а не танцевали. Я потом спросил у своих друзей: ребята, вы ощущали вот это? Они говорят: да. До сих... Никто из тех людей, кто был в той комнате, до сих пор не могут этого забыть. И когда я об этом упоминаю, они говорят: да. Поэтому, понимаете, я не могу вам, ну как я вам об этом расскажу? Ну, сказал, вы пропустите это мимо ушей, и все. Я понимаю, у вас есть экстаз определенный того, что вы учите, и то, что вы понимаете, потому что вам это сегодня открывает горизонты, которые вы раньше не видели. Понимаете? И поэтому вы в экстазе, и это хорошо. Но за этими горизонтами, вместе с тем, не но, а вместе с тем, за этими горизонтами существует еще горизонты, о которых вы еще не знаете. Понимаете? Вот и все. Поэтому я с вами согласен. Вы ощущаете сегодня то, что вы ощущаете, и это прекрасно. Может, у кого-то еще есть вопросы, ребят? Задавайте. Расскажите, пожалуйста, про ваши техники, просто для новеньких, да, вот вообще, что вы делаете, какие у вас вообще рекомендации, ну, такие вот практические, именно для начинающих? Просто вы говорите сейчас, вот немножко там для нас это что-то как мистическое, magic, да, а вот просто человеку, вот, который только это пробует, да, только-только вот открывает для себя, вот, не знаю, вот, например, я поняла, что утром там нужно там даже в слове практиковать, да? Что вы имеете в виду? Вот начальные практики. Я не знаю, может быть, это, конечно, неуместный такой вопрос, но... Ну как неуместный? Это очень даже уместный вопрос. Вот, потому знаете, что без этих практик куда же вы денетесь? Вот как бы
Можно вот объяснить это немножко так ступенчато и вот для начинающих? Конечно, например, утром, да, например, утром, там, просыпайся в 6 утра, да, делай то-то, то, вечером старайся делать там такие-то практики. Ну вот, вот знаете, что такое вот суперпрактичное? Вы знаете, есть такое произведение, называется «Шри Чайтанья Чаритамрита». И это произведение, оно описывает жизнь одной личности, очень интересно. Это историческая личность, которая проявлялась в материальном мире 500 лет тому назад на территории Внадии, на территории Индии, рядом с Майяпуром. Ну, пришла такая удивительная личность. Эта личность была совсем непростой, и описывать эту личность очень сложно. Для этого нужно прочитать Бхагавад-гиту, для этого нужно прочитать там Шримад Бхагаватам и лишь потом углубиться в читание Чаритамриту вместе с теми, кто ее уже изучил, кто имеет эти, как вам сказать, кто имеет эти реализации глубочайшие. И в этой книге, это большой пятитомник, вот такие толстых книг, там сказана одна интересная мантра. Харер нама, харер нама, харер нама эва кейвалам, калоу насти эйва, насти эйва, насти эйва, гатиранья тага. То есть в наш век, в век Кали, мы сейчас живем в век Кали, очень сложное время. Люди сегодня потеряли, ну, потеряли чистоту, потеряли там аскетизм свой, потеряли там, ну и знания потеряли, все потеряли. Но знаете, что у них осталось? У них осталась одна вещь. Они могут просить. Сегодня все люди могут просить. Что же они должны просить? Они должны просить более высшие силы, то есть непосредственно обращаясь к Богу, дай мне возможность подняться из моего, ну, начального такого состояния в более высшие эшелоны, как говорится, эшелоны знаний. Я говорю такими словами, чтобы оно было понятно. И мы практикуем в основном, мы встаем, да, мы встаем рано утром. И утром мы читаем мантру. Эта мантра очень проста, ее знают практически весь мир сегодня. Она была озвучена уже миллионы миллионов раз, она существует везде. Ее знают очень многие, но могущество этой мантры знает очень мало людей. Хотя это самая известная мантра, которая только существует. И я попрошу Гуну Манджари, пусть она дальше объясняет, что это за мантра. Ты уже объяснил, в принципе, все. Нет, я еще не объяснил. Ну, ты уже все сказал, в общем-то, и все так оно и есть. Ну, то есть, как бы, во-первых, можно на Видабе скачать книги, почитать вот Бхагавад-гиту, на которую мы опираемся, так как в школе изучают ну, учебники для того, чтобы заниматься, то вот наш учебник – это Бхагавад-гита, то есть вот, и вначале ее нужно изучить. Вот, ну и практика у нас, да, вот как Михаил сказал, это мантра, вот, которой мы каждое утро ее читаем. Вот, и потом у нас также общаемся мы друг с другом, то есть мы приходим раз в неделю, во всяком случае, в это пространство. Вот, ну и у нас есть еще диета, которую мы следуем, то есть мы вегетарианцы. Вот, и пищу, которую мы готовим, мы предлагаем на алтаре. Вот, и, ну, вот ваша знакомая, может, вам, которая вас, ну, сюда пригласила, она может вам более подробно рассказать, то есть какие там нюансы, то есть какие-то мантры читаются при этом. То есть, ну, в общем-то, вот в этом заключается наша практика, что мы практикуем мантру, вот,
что мы изучаем вот эту философию, мы общаемся, вот, и мы, ну, следуем какой-то диете, то есть, как уже говорили, то есть, как при любом, ну, как бы, излечении нужна диета, нужно лекарство, лекарство — это мантра, диета — это вот то, что мы принимаем пищу без элементов насилия, вот, ну, и хорошее общение, то есть, мы общаемся, то есть, вот так. Спасибо большое. Харе Кришна, мои поклоны. Харе Кришна. Рада всех приветствовать. Алиюша, привет, очень рада, что ты подключилась. Я вкратце, я тебе могу потом подробнее все рассказать. Это самое главное, что мы просто, то есть это перейти от слов к делу, скажем так, да. То есть когда ты просто делаешь, практиковать — это на практике, то есть activity. Когда ты это делаешь, я могу тебе часами рассказывать, какое вкусное мороженое, но пока ты его не попробуешь, ты не узнаешь. Ему. Hare Krishna. I'll show my face. Вот это вот сейчас. Есть такая книжка для начинающих в сознании Кришны. Миша, Юдхишхир, у вас есть эта книжка? Сейчас. Гунманджари, эта книжка. Вот я точно не знаю, как она ко мне попала, потому что я на английском в основном читаю. Нет, у меня такой нету. Вот ее можно, наверное, купить. Преданные, наверное, с кем вы общаетесь, у кого-то может быть эта книжка. Тогда у вас более конкретное представление. Хотя, конечно, наверное, начинать с Бхагавад-гиты было бы больше рекомендовано. Потому что Бхагавад-гита — это слово Бога самого. То есть оно просветляет просто, если вы ее читаете. И это было бы очень разумное и очень-очень нужное усилие. То есть вот Бхагавад-гита — это, наверное, то озарение, через которое проходит будущие преданные, и благодаря ему они могут практиковать, потому что милость Бога идет через то, через желание его осознать, и он о себе говорит в Бхагавад-гите. Вся эта книга — это его, это самое высшее знание, и которое может быть. Вот. Но вот это вот книжечка для начинающего, если человек хочет и интересуется. Вы это заметили ее? Да, мне видно. Спасибо большое. Пожалуйста. Я сейчас нездорова, поэтому в лежачем положении. Подумала, надо вам ее показать, потому что вы хотите что-то вроде manual. Это... Но Бхагавад-гита, конечно, это изумительное произведение. Я, по моему опыту, это 30 лет тому назад, я пришла в сознание Кришны, 25 лет. Как это произошло? У меня вообще не было... Есть время говорить? Я не знаю, Гунаманджари? Или она вышла? Вот. 30 лет тому назад... Ну, в общем, моя жизнь такова, что it was a mess up. То есть это было настолько все... Я совершенно не знала, что right, что wrong. То есть вот понимание, что right, что wrong, оно исходит из духовных писаний. Если человек не связан никаким образом с духовной жизнью, он не имеет представления, что правильно, что неправильно. Так... То есть у меня был приход через синагогу, потому что кто-то сказал мне, я буду лучше зарабатывать, если я буду заниматься какой-либо религией. И так как мои предки евреи, я пошла в синагогу. И в это же самое время мне соседка дала книгу. Она сказала мне, что я очень нервничаю, и мне нужно ее почитать.
И это была Бхагавад-гита. И при том, что я в жизни ничего никогда не читала, в общем-то, я ее буквально захлебом прочитала. И начались, то есть моя жизнь начала меняться, то есть почему я вижу силу, и которую я не представляю, что это может быть дано еще чем-либо. Потому что вдруг все эти реализации, все, о чем говорит Кришна в Бхагавад-гите, Шрила Прабхупада объясняет, они все... я их видела. Вот это вот видение всего, что было в книге, оно происходило. Я видела себя душой, а не телом. Я принимала решения, базируясь на факт, что я душа, а не тело. То есть у меня произошло изменение сознания, полное изменение сознания. И всякие чудеса начали происходить в моей жизни в то время, которых вообще никогда, я же в Бога не верила до этого. А тут вдруг, ну, всякие чудеса. Вот. Поэтому я вижу, что это рука Бога, и он по какой-то милости непонятной, по-моему, это по Шрила Прабхупад, который его чистый и преданный. Вот по его милости я оказалась вдруг озаренной, и вся жизнь потом была уже другого человека. Я не знаю, как оно происходит в других религиях, но когда ты получаешь в руки Бхагавад-гиту, есть ощущение, что больше ничего тебе никогда не понадобится. А в ней все есть. Комплит, и это озарение, это продвижение сознания, это изменение, поднятие души на более чистую платформу, общение с людьми, которые уже имеют этот опыт. То есть вот это просто так мой excitement. Да. А так это вот для начала можно прочитать вот эту вот книжечку от моей Юткишхир. Она у меня есть для начинающих. Но она может быть для тех, я просто говорю, Юдхишхир Дас, что она может быть для тех, кто все-таки прочитал Бхагавад-гиту и, по крайней мере, принял ее как источник всего знания и хочет практиковать. Вот это вот совет этой книжки, как того, кто хочет в деталях понять и как практиковать духовное знание, которое мы практикуем, потому что я его вижу как самое высшее знание, поэтому. Ну, я хочу сказать такую вещь, что практика – это дело очень индивидуальное. И человек, вот как вы спросили, а что человеку, новичку делать, да? Ваш вопрос был, а что делать новичку? Ну вот, единственное, что я могу сказать, такое очень важное, что же делать новичку, это быть с теми, кто это практикует. Постоянное общение. Общение очень, очень важно. Потому что без общения такого людей, которые вдохновлены, без общения тем, кто это практикует, без общения с теми, кто это учит, оно будет достаточно сложно, потому что ну, мы живем в таком мире, где очень сложно. И рано или поздно этот мир, он тебя выбьет из колеи, это 100%. Здесь не может быть по-другому. Поэтому, знаете, вот как говорится, что ну, в любом, любая практика, спорта, допустим, человек занимается спортом, он обязательно должен ходить в спортзал, потому что там есть такое, знаете, есть такое погружение вот в спорт. И он видит, там кто-то стоит, там какие-то гири качает, другой там бьет грушу, третий там бегает по какой-то этой самой. И он тоже загорается вот этим вот, потому что он видит, окей, люди увлечены. И вот этот личный пример людей, он очень важен на самом деле. И поэтому любая практика, она начинается именно вот с общения с единомышленниками. Но при всем при том, для того, чтобы действительно стать единомышленником, есть... Ну, мы начинаем с чтения вот разных различного рода вот таких писаний, которые были
Вот как показала Джугала Перити, она показала, ну, «Сознание Кришны» такая книга. Есть разные книги. Есть, я начал, допустим, с очень простой книжечки. Она называлась, была такая тосенькая книжка. Она называлась «Elevation to Krishna Consciousness», то есть «Поднятие к сознанию Кришны». Вполне возможно, что это та же самая книга. Я не знаю, как та книга называлась на русском языке. И меня эта книга, она просто поразила. Она была замечательная. Для меня это было как, ну, вот глубочайшего рода откровение. И я увидел это. Ну, вдобавок меня еще вдохновляла моя сестра, которая меня по телефону, как говорится, она мне все время пыталась помочь мне в этом. Она уже практиковала к тому времени. Вот. И, в общем-то, еще то, что мы, да, практикуем, мы практикуем утром, мы практикуем воспевание мантры Хари Кришны. Я не успел не сказать, я не знаю, если Гуна Маджари говорила, я не был на связи в этот момент. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это мантра, называется она Маха-мантра, это самая высшая мантра, если о ней уже кто-то говорил, я не знаю, о ней говорилось уже или еще нет? Говорили, да-да-да. Окей, говорили, значит, я уже не буду повторяться. То есть это является основным методом сегодняшней практики. Практики именно для начинающих, для тех, кто уже давно практикует, и тех, кто уже на самой высшей ступени. Вот это вот их... Эта практика, она как бы начинается с этой мантры, и эта мантра как бы служит человеку до конца. Что значит до конца? До того момента, когда он уйдет и оставит свое тело, перейдет в другое тело или пойдет там более высшее тело и так далее. То есть, ну и, конечно же, чтение. Можно начать с Бхагавад-гиты, можно начать, есть такая книга, называется «Наука самосознания». Можно начать Шримад-Бхагаватам читать. Ну, Шримад-Бхагаватам надо учить с, как говорится, ну вот, с, как бы с самого начала. Я покажу, вот, если вы видите мою картинку, если вы смотрите сейчас на мою картиночку, вы увидите момент, я это сделаю, чтобы вы увидели. Стоп, секунду. Что-то я сделал не так. Сейчас, момент, я сейчас исправлюсь. У меня здесь будет исправление. Окей. Вы видите мою картинку, а вот сейчас вы увидите вот эти вот книги. Вот, посмотрите, если вы смотрите на мою картинку, вы сможете увидеть все книги, которые были когда-то изданы именно ведического знания. Да, вот книги, по которым вы можете... Ну, вот Бхагавад-гита, она вот такая вот. Вот это вот я немножечко рассказывал. Вот это вот Чайтанья Чаритамрита. Сборник Чайтанья Чаритамрита. Вот это вот Шримад Бхагаватам. Это книжки большого формата. И поверьте, когда человек начинает их читать, он настолько увлекается, что остановиться уже невозможно. Это очень увлекательная литература, написанная достаточно простым языком. Нужно, ну, небольшое вовлечение. И вы увидите, как это интересно. Вот. Но самое главное, конечно, это общение. Самое главное – это регулярное повторение мантры для начинающих, для тех, кто уже давно практикует. И этот метод очень хорошо действует. Я вам скажу, человек становится счастливым, когда он начинает это делать. Может быть, внешне... Он не будет выглядеть очень счастливым. Рома говорит, что он выглядит счастливым. Вот. Но даже когда человек, который изучает эту литературу, он не выглядит счастливым, поверьте, это потому, что эта литература делает человека внутренне очень счастливым, а внешне он серьезен. Есть у вас еще вопросы, Алья? Нет, у меня нет вопросов. Спасибо. Спасибо. Поэтому к следующему занятию, если вы будете присутствовать, прочитайте 10 минут мантру утром и потом 10 минут мантру вечером. А потом поделитесь с нами, что вы почувствовали. Окей, хорошо. Хорошо? Хорошо. Спасибо.
Итак, у нас сейчас 8:58. Если Гуна Манджари хочет что-то сказать, Гуна Манджари, пожалуйста, проявись, скажи что-то, если у тебя есть еще что-то сказать. У меня было еще что-то сказать. Ну, все уже. Вот Алина что-то хотела сказать, так что я уже все, что хотела сказать. Я хотела добавить, что у нас, я сейчас на курсах астрологии учусь, и тут для меня недавно было открытием, я услышала, есть такое понятие, ну, как гармонизация планет, ну, когда какая-то из планет не очень хорошо расположена, она дает проблемы в жизни, и практикуют часто какие-то вот мантры разным планетам. И одна девушка говорит, ну да, я вот практикую тут уже одну мантру, повторяю, делаю поклоны родителям, и вот мантру повторяю, ну, как оказалось, это была как раз мантра Хари Кришна, вот, и она думала, что ей надо еще там другие повторять Солнцу или Луне, то есть маме и папе, чтобы гармонизировать эти вещи, потому что там были проблемы. И учитель ей говорит, ну, так, а мантра Хари Кришна, она уже включает в себя и мужскую, и женскую энергию, то есть, потому что там, получается, Харе и Рама. То есть я так поняла, да, это имена внутренней энергии Бога и внешней. Может, я ошибаюсь, как перевести это, но то есть там, получается, включаются две энергии уже, мужская и женская, вот это начало. А мать и отец — это представители. То есть, повторяя эту мантру, не нужно повторять вот эти отдельно там Солнцу отдельно, Луне отдельно, каким-то планетам, как сказала Гуна Манджари сегодня, я слышала, что, то есть, подружившись с самим, как бы, президентом, не нужно советниками там уже выяснять какие-то дела свои. То есть... Вот про это я хотела добавить. Для меня это было открытие, потому что вот только сейчас я об этом услышала, что она, в принципе, хотя это как служение, мантры — это служение, то есть занимать свой ум и занимать свой речевой аппарат, который все время хочет о чем-то болтать вообще, то, что наслаждает слух, то, что наслаждает твой... постоянно хочется чего-то нового, болтать. Вот, а когда мантру повторяешь, ты немножко как бы служишь, ну, потому что ты временно отвлекаешься от всех своих вот этих интересов других. И пробуешь что-то вот такое на вкус, что тебе незнакомо, и тебе кажется как-то это долго. Ну, то есть первое время у кого как, у кого-то прям наоборот сильный энтузиазм, а у кого-то как бы надо трудиться, чтобы повторять мантру, вот. И вот то, что я хотела сказать, что она гармонизирует даже энергии, вот потоки через отца, через мать, которые идут, то есть дает даже поддержку такую. Хотя это не цель Махамантры, но я к тому, что вот для меня это было новостью. Может, Гуна Манджари, вы хотите поправить меня, если я что-то не так поняла? Не, ну все так говорится, что есть такой пример, что в, я не знаю, там 1000 рублей входит 100 рублей и 10 рублей и доллар. Вот то же самое говорится, что когда мы поливаем корень дерева, то все там листья и все вот эти цветочки все получают питание. То же самое, то есть когда мы основной корень существования питаем, то, естественно, получают, там, туда входят и почитание родителей, и это самое главное, в общем-то. Вот, почему нас учат и планеты, и жизненные уроки, и, то есть, ну, вот, как бы, автоматически туда all inclusive. У нас 9:03, и специально для Натальи, она любит музыку, я... Слышно?
У нас будет сегодня премьера песни, которая была написана, и слова взяты с Шриташвара Упанишад. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Я знаю этого Пуруша великого, света солнца, находящегося по ту сторону мрака. Лишь познав его, идет человек за пределы смерти. Нет иного пути, которым можно было бы следовать, выше которого нет ничего, меньше которого нет ничего. Единый, он стоит словно древо, утвержденное в небе. Этим Пурушей наполнен весь этот мир. Этот Пуруша – все, что было и что будет, а также владыка бессмертия и того, что возрастает благодаря пище. Со всех сторон у него руки и ноги, со всех сторон глаза, головы, рты, со всех сторон уши. Он стоит, охватывая все в этом мире, отражающий свойства всех чувств, лишенный всех чувств. Он – повелитель владык всего, великое прибежище всего. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Я знаю этого не старящегося, изначального, всеобщего атмана, вошедшего во все благодаря своей вездесущности, которого называют прекращением рождений, к которому рассуждающие о брамане обращаются как к вечному. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Спасибо. Вопрос, конечно, есть. Задавайте. А вот в этой песне он назвал Кришну многоруким, многоголовым. Я никогда не видела изображение Кришны вот многоруким и многоголовым. В Бхагавад-гите есть очень интересный момент, когда Арджуна задает Кришне вопрос: «Покажи мне свою вселенскую форму». И в этот момент Кришна дает ему такую, он говорит ему такую вещь: «Ты знаешь, чтобы увидеть мою вселенскую форму, у тебя для этого нет, ну, зрения, которым ты мог бы узреть мою вселенскую форму». И для того, чтобы действительно продемонстрировать свою божественность, дальше он добавляет: «Но я наделяю тебя этим зрением, так узри мою эту вселенскую форму». И в этот момент перед Арджуной возникает огромная вселенская форма Верховной Личности Бога, где он многорукий, многоглазый, где он разбивает вдребезги все это войско, которое находится на Курукшетре, где он поглощает своим страшным огнем всю вселенную, где он, видно, как все это
поле боя, оно на самом деле, он продемонстрировал Арджуне все то, что будет происходить. То есть Арджуна, еще не вступая в бой, уже знал, как все закончится. Он видел весь этот бой. И в этой форме, он, когда он увидел эту жуткую вселенскую форму Верховной Личности Бога, на самом деле вселенская форма – это не главная форма Верховной Личности Бога. Это его демонстрация как бы для Арджуны. Его истинная форма – это он сам двухрукий с пером в голове. Потому что Арджуна, когда он увидел эту вселенскую форму, он совершенно дико испугался. Он увидел перед собой бездну. Что такое бездна? Это когда мы подходим к обрыву, и мы видим этот страшный обрыв, который перед нами, и у нас только одна мысль. Страх настолько велик, что или туда сразу, чтобы этого не видеть, или отойти в сторону. Правильно? Кто ощущал когда-нибудь это чувство? Да. Арджуна точно. Был совершенно бесстрашен. У него не было даже грамма страха. Он был во всех боях. Он участвовал в самых жутких боях. Он участвовал в боях с полубогами даже, и он их победил. Он был земной человек, но он их победил всех, поскольку он был воин, равного которому на земле не было равных. То есть, словословие. На земле ему не было равных, настолько он был силен. Но увидев эту форму, он говорит, волосы на моем теле встали дыбом. Передо мной разверлась бездна. Он увидел прошлое, он увидел настоящее, и он увидел будущее, все в одном месте. Так вот, Швитасвара Упанишад, она как раз это и описывает, эту вселенскую форму, поскольку Господь, Он пронизывает собою все. В этой вселенной нет места, где Его нет. В этой вселенной нет атома, в которой Его нет. И в этой вселенной нету он находится в каждом атоме и даже между атомами. Поэтому он видит все, он знает все, он знает даже, что мы будем думать и что мы будем есть завтра. Он абсолютно все это знает. При всем при этом он остается абсолютно невидимым, никогда себя не выдает. Но на просьбе Арджуны он таки показал ему эту вселенскую форму. И тогда Арджуна, он был просто потерян, он страшно испугался и говорил, убери это, я больше не могу это видеть. Потому что, представьте себе, на секунду перед вами открываются все смерти всех людей, перед вами открываются все рождения всех людей, перед вами открывается возникновение всех планет, уничтожение всех планет, и все это в одной локализованном месте. Вы видите все мироздание, от его начала до его конца. Это страшно. Это даже представить невозможно. Это невозможно представить. И немногие люди, даже которым он это показывал, могли это понять, что они увидели. Он показывал это двум человекам. Во всей Махабарате было два человека, которому это показал. Один понял, а второй так ничего и не понял. А кто еще? Дурьёдана. А кто это? Дурьёдана – это как раз тот, с кем, из-за которого весь этот бой произошел. Он тоже увидел эту вселенскую форму, но он так ничего и не понял, что же там произошло. Потому что у него не было доверия. Так вот, на самом деле, потом Арджуна сказал, покажи мне свою форму Вишну, то есть форму управляющего божества этой вселенной. И тогда он принял свою четырехрукую форму Вишну, о которой мы читали сегодня. И следом за этим Арджуна попросил его, покажи мне теперь, говорит, свою самую интимную форму, то есть самую высшую форму. И тогда Кришна предстал перед ним в своей обычной форме Кришны. Вот она говорит, эту форму, говорит, увидеть сложнее всего. Очень интересно, конечно. У меня еще много вопросов. Жалко, что не закапывается. Да. Вот. Очень интересно. Спасибо большое. У нас был длинный урок. На следующий раз вы запишите себе эти вопросы, зададите их на следующий раз.
Хорошо? Я не знаю, может быть, мне даже нужно на какую-то частную консультацию, чтобы обо всем поговорить. Может быть, тогда позвоните, если хотите. Мы можем именно по скайпу поговорить, если у вас будут какие-то такие более сложные вопросы. Мы можем просто поговорить по скайпу и обсудить все эти вещи. Да, потому что у меня есть вопросы из моих личных практик, на которые я не нахожу ответа. Да, мы на многие вопросы не находим ответа. Да, понятно, да. Ну да. Просто не то чтобы, а как бы хотелось бы все это в пазл собрать. Да. В общую такую вот, стянуть к этому. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Krishna, Krishna.